Всем привет! Добро пожаловать в клуб адептов кухонной магии. Сегодня у нас на повестке дня вскрытие трех бустерочков сета «Тени над Инистрадом», которую я выиграл на Game Day. Видео с дектеком по моей колоде, который я играл, вы можете увидеть на канале. Ну а сегодня вскрытие бустерочков и охота за удачей. Итак, первый бустер. Деревенская посыльная – это оборотень. Убедительное устрашение. Неисправимая молодежь. Я, кстати говоря, на Game Day выиграл промочку неисправимой молодежи, полноформатную. Голем эпитафия – это четвертый uncommon и редкая карта. Мучительное уничтожение. Забавно, но как раз за попадение в топ-8 мне как раз дали промку мучительного уничтожения. Одну минутку, я сейчас покажу вам и ту, и другую промку. Неисправимая молодежь и мучительное уничтожение. Так, вот, пожалуйста, промочка неисправимой молодежи. Так вот выглядит обычная неисправимая молодежь. Так она выглядит в промо-варианте. И файловая промочка мучительного уничтожения. Обычная. И, соответственно, промка за топ-8. И они пришли мне в одном бустере. Забавно. Так, ладно, второй бустер. Здесь у нас Джейс. Мучительное уничтожение, в принципе, играет в черно-белом контроле. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Твердость воли. Бледная всадница Трастада. Возрождение воющей стаи. И прием в пастку. Ничего особенного. А и файловый суровый комендант. Тоже ничего особенного. Так, ну и последний бустерочек. Может, хоть в нем что-нибудь будет достойное моей отчаянной игры на турнире. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ламхольская пацифистка. Тропа доказательств. Бормочущий демон. Плащ привидений. И редкая карта. Звериная тропа. Красно-зеленая земелька, которая требует показать, соответственно, карту горы или леса, чтобы выйти не затапанной. Неплохо, неплохо, но совершенно ничего особенного. Итого в трех бустерах действительно стоящего ничего не попалось. То есть, ну, звериная тропа, наверное, окупает бустер, и, может быть, мучительное уничтожение окупает бустер. Но не более. Итак, звериная тропа, прием в паству и мучительное уничтожение. Вот такое вот получилось вскрытие призовых бустерочков. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылочка будет снизу в примечаниях к видео. И оставайтесь на связи. Играйте в магию, будьте клевыми. Пока-пока.